По мнению некоторых специалистов, проблема имеет глубинные психологические корни. Конфликтующие стороны хотят, но не могут найти общий язык. Не умеют строить диалог, уверены они. Единственная возможность не переубеждать другого, а начинать говорить. У нас все признаки разделенного сообщества на данный момент есть. У нас все признаки того, что люди как бы не коммуницируют. По мнению специалистов, на данном этапе важно проводить как можно большее число конференций, встреч, круглых столов, где бы представители обеих сторон могли услышать друг друга. У нас есть возможности, есть шанс начинать говорить и слышать. Вот это вот единственное, что мы можем делать. Просто говорить, просто вместе как бы, ну, понимать и принимать вот это вот самое разнообразие мнений и ценностей, которое было и будет. Спасти ситуацию, по мнению специалистов, может объединение во имя общей цели или национальной идеи. Мне бы хотелось, чтобы это было не противостояние, а действительно объединение за что-то, за развитие. Это будет очень серьезным действительно шагом в развитии объединения города. И только путем диалога, принятия позиции другой стороны, можно эту общую цель найти, уверены конфликтологи.